Так, тут, видимо, Ире Слуцкой позвонили, она не знала, что сказать, и сказала какую-то чушь. Но если не знаешь, что сказать, то промолчи, скажи, не буду я давать интервью, потом скажу после чемпионата. Зачем говорить вот эту ахинею? Зачем каркать, что у нас уже золотая медаль? Ира, ну что ты несешь? Тебе ли не знать, что это фигурное катание, это карусель? И черт его знает, как сложится в произвольной программе. Зачем заранее вешать медали? Дальше она чушь про Кихиру сказала. Говорит, Кихиру поставили выше Самодоровой, но у японки повыше опыт. Какой у нее повыше опыт? Они обе в этом сезоне пришли из юниоров. Более того, Самодорова ее обыгрывала на одном из этапов юниорского гран-при. По-моему, это был тот самый этап, где она два раза умудрилась упасть в дорожке шагов. Кихира имеется в виду. Какой у нее опыт повыше? Ну что ты городишь, Ира? Ну не знаю, что сказать, промолчи, зачем ты несешь чушь и ерунду? Ну лезут к тебе взять интервью. Вежливо скажи, что нет, мне нечего сказать. Лишь бы что-то ляпнуть. Ну в чем дело?